Сейчас дождемся, кто-нибудь подключится и уточнить, есть звук. А, ну ты же можешь, да, наверное, проверить? Посмотри, пожалуйста. А у тебя мотор Эва, но он как бы сток. Сам мотор стоковый. Единственное, на форсунке 870-й Siemens. Актуатор TurboSmart на 1.6. Ну, то есть он чутка все-таки подраскачен, да? Нет, он раскачанный мотор. Он примерно раскачан на 360 кобыл, давление пиковое 1.8. А в стоке там 280? 280, да. 1.8 пик и 1.6 откат. А, ну все, понял. Друзья мои, есть звук? Кто-нибудь отпишитесь, писаните. Дима, Максим, да, привет, привет. Евген 154, здорово. О, солнышко как раз вышло. Да, пушка. Есть звук, отлично, все. Я хотел просто подснять замену вчерашнего обзора. То вчера без звука, наверное, обзор так себе получился бы. Значит, AirTrack Turbo. Turbo. Значит, почему Turbo? Потому что вот здесь есть дырка, но нет, на самом деле. Значит, AirTrack Turbo почему? Потому что правый руль, потому и AirTrack. Что у нас здесь еще? Значит, мотор поменяли. А почему, кстати, поменял ты мотор? Тот улег, да? Значит, мотор заменен на мотор от Mitsubishi Evo, но по сути получается они Evo 8, да. Они одинаковые, что у AirTrack, только он более, скажем так, надежный, да, поршневая группа, ну да, понадежнее. Такой зажатый. И у AirTrack Turbo у него, наверное, не 280 в стоке. 240 в стоке, турбина меньше 0,4, 10,5. Ага. То есть и сейчас здесь стоит мотор Evo, и он слегка подраскачен, где-то лошадей, но сколько? 350-360, наверное. Ну, никто не замерял. Около 350 лошадей. Итак, стоят фендера от клинчит. Прикольное решение, что они повернуты и срезаны вот здесь снизу. Это получается, ты где подсмотрел? У них же и подсмотрел, ну, да, да, что так можно делать? Я просто не так часто вижу вот именно решение такое по фендерам. Все как бы лепят их без обрезки. Тут прикольное решение. И, соответственно, сплиттер вы сделали так, чтобы он как бы оканчивал, да? Сплиттера, соответственно, парни делают сами. Вот эта контора. Как правильно? CSG Aero, да? CSG Aero, да. Значит, можно, кому интересно, зайдите, сейчас покажу. Вот. Профиль в Instagram. Это профиль владельца. Проходите, смотрите. Так, дальше. Значит, фендера клинчит. Что прикольно по фендерам. Во-первых, да, их расположение. Во-вторых, ну вот здесь вот слегка подушатали. Давайте. Я подушата, но не буду. Я буду другую сторону показывать. Вот, что прикольно. Во-первых, сделана вот эта полка. Потому что, ну, сами понимаете, если мы отрезаем, то здесь у нас дырка получается. Здесь получается модифицировали фендер, модифицировали его и ниже. А, ну да, соответственно, вот в этой части. Чтобы не летела грязь, чтобы когда ты открывал дверь, выглядело это достаточно симпатично. Соответственно, также здесь на двери же тоже вот здесь наращивали вот с этой стороны. Да, тоже вот эту полочку наращивали, чтобы выглядело симпатично. И, соответственно, он при этом более даже, наверное, жесткий стал сам по себе, фендер. Так, колеса в круг Enki RPF-1 в параметрах 18-11 и вылет 11. Тоже 11, но установлены проставки. Это сколько? 3 сантима? Сколько? Суммарно 4. 4 суммарно. А, ну вот да, вот там маленькая и большая, соответственно. Маленькая на родные шпильки. А, все на родных шпильках? Нет, удлиненная. Удлиненные шпильки, но проставка без шпильки идет. Сквозная. Сантиметровая со шпилькой. Она со шпилькой, я понял. Так, и резина Triangle 968, всеми любимый, в параметрах 245 на 40 на 18. И ныне модная раскрасочка по резине, да?
Так, что у нас дальше? А, помимо этого, еще сделаны пороги, также вы сами их сделали. Ну да, накладка на стоковый порог, стоковый обрезанный, маленько переделанный. Там, угу. Ну и выкрашено, соответственно, в цвет. А, и передний бампер, что, какие модификации там были по переднему бамперу? Стоковый, просто юбка ролиар. А, юбка ролиар. Практически заводская. Ну, дырки прорезал сам, решетка ворковская. Вот. Что за решетка? А, ворк, ничего себе, они и решетки делали, зацените. Кто знал? Я не знал ни хрена, что такое есть ворковская решетка, нифига. Да, вот, дырочки прорезаны сами, и сами владельцы. Вот здесь должны быть туманки, но вставлены сетки, и там, значит, охлаждение коробка и двигателя. Потом, значит, вот здесь идет в классическом варианте такой маленький задувчик, но здесь поменяли, сделали, как бы получается, он теперь не задув, а выдув. Задувается в решетку, выдувается, соответственно, через капот. Далее, что у нас? А, сзади, получается, идет задний фендер. И типа такие элероны. Еще я заметил прикольное решение, что вот здесь вот, чтобы фендер не болтался и бампер тоже не особо болтался, сделан вот такой крепеж. Классное решение. Банка это что, какая-то трасса сразу сделана? Она китайская, но ее все переделывали. Там частично даунпайп уже не китайский. Угу. Он переделанный кастомный. Вот, он прямо турбина идет, весь 76-й целиком. Полная, в общем, на 76-й трубе. Мы потом заведем, газанем, раздуем, да, как звучит. Номер, я не знаю, говорил я не говорил, по-моему, где-то в сторисах говорил. Вот зацените, что уже новый номер я еще не видел. Уже вроде можно, да, по закону? Да. Так что очень круто вписывается, так прямо на стиле этот номерочек, прямо круто сюда вписывается. Так, по салону. Соответственно, стоят сидения Рикара. Тоже от 8-го, от 7-го, 8-го, да? 7-8, рикаровские сидения. Руль идет от Эва 7-8 также. И лепестки от Outlander XL. Да. Я начитанный в этом плане. Ну и турбо, этот турбодатчик, да, это стоит. Он чисто по турбине, по-моему. Дефи. Ну, ручка нестандартная. Это Розо, да, по-моему, ручка или нет? Да, вроде. Очень похоже. Но она распилась японская. Ага, но очень похоже. Так, соответственно, задний диван. Это ведь. Да, обычный стоковый. Да, но он круто вписывается по стилистике, да, в одной. Центральные вставки, да, они очень похожи, одинаковые. Багажники ничего нету, да? Багажники распорка только задняя. А, и давай посмотрим. Она нижняя, верхняя или она на чашках получается? Верхняя. А, вот она, ага. Вот, соответственно, распорка. Ну и лонгборды, ребята, ну, как-то комментируем, если тема по лонгбордам вам близка. Тут все по-жесткому, по-другому тут не поставить, только резать пластик. Резать пластик. Да. Ну да, единственное, что можно, ну, в будущем, например, как-то более аккуратно обыграть сами все, дырки, да, и все. Проблема в том, что если их как-то аккуратнее сюда вырезать, ты потом ее не вставишь, не вытащишь. Mm-hmm. Когда вытаскиваешь, приходится как-то все это смещается. Плюс там же регулировка стоек, их, да. Я подрезал побольше, чтобы можно было не разбирать это все. Не снимая стойку, не снимая, регулировать. Да, как бы шибко никто на это не смотрит. Ну, можно, конечно, сделать лучше. Ну да, ну в общем, это больше, наверное, для жесткости, для реально какой-то, ну, да, управляемости. Ее крутит, впереди тоже стоит, точно так. А капот откроем, давай заценим, залезем. Чуваки пишут, что все круто, но типа АКПП, как бы это, ты бы не планировал делать свап на механику? АКПП здесь собирали в, господи, как он говорит, короче, на, где-то ближе к Владивостоку собирал Рома маршал. Ага. Вот. А, то есть она усиленная, не... она проточные каналы, добавлены фрикционы, и здесь стоит уже третья АКПП и четвертая раздатка.
все стоковое разлетелось. А почему? А, все разлетается. Все стоковое разлетается. А это держит? Это держит, держит нормально. Она до 500 сил спокойно выдерживает. Ага. Она уже на ней еще года 4. Так что кто там писал про КПП, она не простая, она уже третья, и она уже усиленная, и она держит уже нормально, переваривает все эти силы, и уже достаточно долго, так что не надо тут. Итак, в общем, по подкапотке распорка. Стоки ведь тоже не здесь никакой нет распорки, или какая-то была? Нет, стоки ничего нет. Распорка регулируемая. Как она это... Unlimited Dynamic. Красноярск? Да. Красноярская распорка. Винты с опорами по развалу с регулировкой. Соответственно, ну это вам 4AGE, да, как он мотор правильно? 4G63. А, 4G63. Это какая-то тут накладка Rally-Art. Интересно, она... С решеткой вместе. Вот. Потом, соответственно, это у нас впуск. А, это охлаждение идет, да, вот это? Это скулька идет. Да, скуля. Турбина, скулька, впуск. А вот турбина здесь. Где-то внизу она расположена? Турбина вон там внизу. Там же вон актуатор турбосмазки. Ага, да, вот там. Вот. Ну, тут ничего такого особого, естественно, нет. Ну, да. Ну, главное, что едет. А привод же полный получается? Да, и впереди блоков раздатки стоит. Вот, нету задней блокировки. Ну, можно... Надо бы поставить. Он стоковый полный привод получается. Да, да, они же сразу, если турбо она идет полноприводная. Ну, в общем, чувствую боль, когда слышу 4G63. Почему? Потому что ты себе ее хотел поставить или что? Мотор этот. Короче, ребята, если есть какие-то вопросы, давайте сейчас задайте. Мы быстренько на них ответим. И будем, наверное, это закруглять трансляцию. Потому что в общем и целом, наверное, я обо всем сказал. О каких-то, если планах, то какие планы? Есть планы у тебя? Пока нет, может быть, наводить порядок в том же багажнике, под капотки. Там по салону надо поменять пластик, царапанный точно. Обновить пластик? Надо под капотку так красоту прибрать наводить, там. Прибраться там. Угу. Но там много дел, надо все разбирать. Так что так. Все, я понял. Так, ну что, давайте, если есть вопросы, давайте мы на них ответим. Но я чувствую, что у вас их нет, друзья мои. А, ну у тебя двухлитровый, который на Лансер ставился, 4G, он тоже 4G63? Да, если просто обычный. Да, не турбовый. Не турбовый, есть такой, да. Ну, Лансер это тоже все ставят, они все подходят. Почему треугольник? В смысле, почему резина триангл? Ну, я... Дешево и сердито, да. Я хотел именно это и предположить. Я единственное, что, может быть, бы поставил не 968, а 201. Он, ну, он может быть не такой клевый по рисунку, но она более мягкая такая, бесшумная. Это все-таки такая дубовая резина. Но тоже нормально. Для цели и задачи стенса она справляется, по-моему, максимально. Да, сегодня со звуком, чуваки, да. А, ну сейчас это, давай заведем и, может, это, послушаем выхлоп. Так, сейчас будет звук выхлопа. Охерел немножечко. А, народ спрашивает, сколько вышло, примерно ты себе представляешь, сколько ты отдал? Да никто не считал, машины владею с 2012 года, и все это делать с 2012 года, 7 лет получается. Да, то есть, ну, точно, наверное, больше двух стоимости машин. Две стоимости тачки, а стоимость, ну, да, такой примерно. Тачки примерно, наверное, ну, 400, 400, да, где-то. Соответственно, вот еще две тачки, 800. 800 где-то вложено. Так что вот. Может, прослушал, что по градусам развала. А, впереди минус полтора, сзади минус 3. Полтора спереди, минус 3 сзади.
красавчик, что не бросил заниматься, говорят. Да, да, красавчик. Так, что, как вам звук выхлопа? Я, честно, обосрался, как вы, не знаю. Тормоза еще не стопят, из такого, не знаю. Говорим, а, тормоза, да, да, мы упустили. А Тева тормоза стоят. Они стоят без проставок, заменены кулаки, заменены привода. Здесь же в стоке есть... пятишпилечный, он так и шел изначально. Да, пятишпилечный, просто здесь скобы обычные стоят. И эти поставили так, чтобы это было как по заводу. Mm-hmm. То есть нету никаких переходников. А обычно нужен переходник? Обычно нужен переходник. Это сколько поршней? И это... Четырехпоршневые Evo Brembo. А миллиметров сколько они? 330. 6 поршней, да, спереди? 4 и 2. А, 4 и 2. И здесь Evo Brembo. Свап, про свап мотора чувак спрашивает. Расскажите про свап мотора. Он были стоит. Ли трудности или сложности? Он практически встает в полтон. Единственное, там нюансы есть. Это по охлаждению. Там трубки более короткие. То есть надо просто со своего мотора снять, переставить. Но ничего сложного нет. Ну, то есть, по сути, достаем мотор, он тот же встает, он на подушке, на все встает. Все четко встает. Там только трубки поменять остается. Да. Максимально просто, максимально. Тут везде все просто, от Evo все встает полтон. Это, короче, грубо говоря, Evo, как сказать-то, Evo кроссовер получается. Ну, да, такой семейный. Семейный кроссовер, да, так что все, все очень просто внедряется от Evolution. Так. Что, друзья, есть еще вопросы? Давайте. Два человека в онлайне. Откуда? Какие вопросы? Ну, все тогда. Все тогда завершаем. Я сохраню трансляцию. В общем, может быть, в группу выставлю. Может быть, здесь оставлю. Так что можно будет еще потом посмотреть. Все, спасибо, что были. Леха, да, с нами. Все, всем пока. А, потолок, цвет. Середины седух будет огонь. А какой там потолок? Сейчас, секунду. Обычный. Потолок, да, серый обычный. И ты имеешь в виду вот в такой цвет? В синий, типа? С коробкой заводской. Стыкуется ли с заводской коробкой? Да. Да. Но коробка, она не выдерживает ни хера. Она не выдерживает, потому что она... Там коробка стоит точно такая же, как на Evo 7 GTA. Так. И там заводской брак. Вот, берешь либо внутрянку, либо коробку от Evo 9 GTA, и все нормально. От вагона, и все нормально. И все держит, и стыкуется, все отлично. Мы ответили на твой вопрос, я надеюсь. Так, вот еще кто новый пришли, ребята, может быть, есть вопросы. У нас здесь вот такая, вот такой Mitsubishi Airtrek Turbo на расширении, на широченных 11 колесах. На широкой резине, с выхлопом, с Evo мотором, с Evo салоном, с Evo тормозами. Синяя клетка. Тебе советуют синюю клетку на потолок в центральные сидушки. Может быть, ребята. Это как Evo. Ну, да, это типа как Evo, да. Только Airtrek. Валит как Evo, да. По мозгам с мотором пришлось что-то делать? Мозги здесь настраиваются легко, просто подключаешь ноутбук, ездил настраиваться в соседний город, парень все настроил. То есть после установки мотора, типа там замены, коробка вообще сначала была... Вообще ничего не настраивать. Она сразу да, едет. Все нормально, все едет. Просто чтобы поднять буст, настроить все, посмотреть там все эти косяки, чтобы никакого не было. Там дитона, турболаги, дитоны, да, бедные или богатые смеси, да, да. Все отстраивает. И коробку настроили по мозгам, и двигатель настроили. Ланчует легко. Это Evo мозги? Да. А как они точно такие же здесь стоят. А ланч он каким образом реализован? Тормоз зажимаешь, и газ раздуваешься, я раздуваюсь, бывает. Ну, короче... Килограмм это хорошо, но можно даже если быстро, до полутора, с полутора стартануть. Подожди, надо ты тормоз... Тормоза не держит уже. То есть двумя ногами надо делать? Да, да, да. Все, я понял тогда. Потом тормоз отпускаешь и поехал. Так что, чуваки, есть ланч прямо. А ланч это
как-то пришлось перепрошиться, или он изначально был? Нет, это прошивка. Да. А, это в мозгах. Мозги 100 кэва, да, они прошиваются. Денег мы уже отвечали, но это получается две машины. Машина около 400, соответственно, еще две машины вложили. Единица, наверное. Ну вот, ты бы почти прав, 1.2. Зимой ездит, да, ездит, дейли. Ну, сейчас, наверное, уже не будет. А так обычно все разбирается и просто ездит. А, вот так. А сейчас не будешь уже ездить этой, ну, зимой. Что-то не хочу, наверное, поставлю на парковку. Жалко. Не хочу я мучить. Да, правильно. Зимой не будет ездить, так ездил. Зимой, ну вот, как раз мы сразу на твой вопрос ответили. Зимой, если ездят, то, соответственно, все разбирается. Стойки, сток. Стойки, сток, колеса. На этих же даже ездил. А, даже на этих же. А рейджу такую же одеваешь, просто зимнюю, да? Да, да. И гоняешь. А этот фендера, соответственно, тоже оставляешь. Ты же их не снимаешь на этом. А фендера первый год, поэтому... А, у тебя первый год. Да. Все, я понял. А до этого было? До этого было все как бы. Так, всем привет, кто еще пришел. Хотели закругляться, а вы тут навалились. Выхлоп один, одна труба. Сейчас покажу. Видел. Одна труба, получается, направо. Так по-японски слегка смотрит. Чутка в сторону. Вот такая тема. Здорово, здорово, здорово. Если по номерам, мне было интересно, там сколько ты дал? 3600? Нет, 2800 я за него отдал. А, 2800, да, за новые номера. Должно быть не больше двух. Ну, кто-то за 4 даже находит. Кто-то, кому надо подороже, да, можно за 4 взять, но так 2800. Пушка прям огонь, да. Да, чуваки, пушка. Привет, Вадим. А, ну это, слушай, еще, давай, может быть, тогда прокатимся чутка, давай, и все, конечно, ты поедешь по своим делам, я пойду по своим. Сейчас прокатимся, это же интересно, как она едет. Вот такие, кстати, ковши, сейчас покажу. У меня стояли рикаровские в Хоне, точно такие же стоят, на самом деле. Сейчас топнем, может быть, раздуем за этот, за ланч, да? Можно где-нибудь, как ты думаешь? Надо место. Ну, в общем, если будет место, мы раздуем за ланч. Если не будет, ну, извините. Оформление спрашивают сложное по поводу номера нового. Ничего сложного, просто в компании, которая делает номера, заказываешь номер. Компания, которая делает дубликаты номеров, да, и в принципе... И поставишь, и все, и поехал. Все, но заказывайте. Могут прицепиться. Хотя все ссылки на законы, легко могу скинуть. Был опыт, в общем, да, останавливая гаишники, прикопались, типа, еще нельзя, все это дело перенесли якобы на будущий год. Но в интернете есть прямо официальная информация. Видео есть, да, от официального источника. Московский, это кто там, представитель ГИБДД? Да, там по прессе, связи с общественностью, девушка какая-то. Да, она, в общем, говорит, что все четко, все ок, есть даже... Устанавливающие документы, да, разрешающие. Да, есть в этом консультант. Консультант в плюсе, да. Так что, в общем, можно аккуратно. Мы чуть не сбили велосипед. Хер ли ты тут ездишь, да, это зебра, ну и что? Правду, к сожалению, так получилось. Так не свезло пацану, пацан шел к успеху, но не получилось. Да, что-то есть от Форика, но только мотор не лежит на боку. А так, да, что-то на Форика похоже. Подвеска, винты. А винты с пружины сток у тебя или не сток? Ну, винты, они в сборе. Как, в смысле? Ну, просто... Да, не, ну, сток. Сток, да, там. Ну, я имею в виду по килограмму. Ну, это непонятно, что на самом деле. Они вообще не подписаны. Спрашивают. Надо усиливать задние. Точно, меня более жесткий. Ну, да. Потому что у тебя там это задевает, да, получается, да, сзади. Так, в целом, по ощущениям от езды, так жестковато, но как бы не хардкор. Так вот, ну, как бы нормально. Такие хорошие винты. Спрашивают, значит, замеряли ли 0-100? 0-100 не скажу точно. Не скажу. Квотер есть 13,3. Квотер 13,3. Это, ну, ты несколько раз заезжал, это лучшее время, да, ну, получается? Ну, да, лучшее время. 13,5, 13,3, зависит от погоды. Квотер 13,3, 13,5. Спрашивают, как относятся гайцы к обвесам, к колесам. Про мотор не спрашивают. А мотор
открываешь, он точно такой же здесь один ставился, один, так да, что... Так что это тут не прикопаешься. А вот по поводу обвесов... Ну, по настроению, как всегда. По настроению. Ну, вот ты рассказывал вчера, что один доклепался, да, до тебя? 500 рублей штрафу написал, со скидкой 250 оплатил и поехал дальше. Ну, вот. 12-5-1, как-то у нас статья. Да, 12-5-1, всеми любимая. В общем, он парил мозги там, больше время тянул, да, а потом выписал штраф на 500 рублей и все. Так. Так, не дали нам чутка подтопнуть. Но было круто, меня вдавило в сидушку. Я не знаю, будем когда топать, мне снимать что, себя, свою реакцию или вид за окном? Тут еще как бы трафик такой, мы вымыка не можем. Да, сейчас куда-нибудь постараемся выехать. Там уже туда не виском. Как тебе Volkswagen Golf 5 на атмосферном? Это кому? Мне лично или Лехе? Я думаю, что Лехе вообще похеру. Golf 5 на любом из двигателей. А мне Golf 5. Мне Golf 5 не очень нравится сама будка. Мне больше нравится Golf 4, Golf 1, Golf 4. Почему-то 2 показываю пальца. И... Golf 6, 7 и так далее. Lexus я бы с удовольствием, друзья мои, посмотрел, но, во-первых, его с нами сейчас нет. А у вас еще какая-то фотосессия в воскресенье, но я, к сожалению, уеду. Я бы с удовольствием, конечно, еще бы его детально рассмотрел. Надеюсь, в следующий заезд. Пиши в следующий раз, что найдем. Lexus, еще с кем-нибудь поговорить. Lexus морковника бы найти, вот этого 70-й или 80-й кузов. Найдем. Очень крутой. Я пристегнут, что это, смотрите. Да, так что в следующий раз, если приеду, точнее, я-то точно приеду, надо будет маякнуть и подсобрать еще каких-нибудь проектов. Так что годные проекты есть, они где-то все прячутся. И вообще, Новосибирск на сцене он как-то немножечко это, отстает. Сильно отстает, да, надо как-то парням здесь наращивать. Поворотик. Ну так, наверное, еще жесткость, сколько винты, да, добавляют. Ну еще и то, что распорки спереди, сзади. Так, ну, достаточно, конечно, собрана машина. Себя чувствую. Слушай, а в принципе, сколько ты, у тебя сейчас давка по турбине? 1.5? Ну вот. Ну, ты ездишь, как обычно. У тебя какая-то настройка есть? Ты можешь? Нет, я ничего не строю, все настраивается по... Чисто через комп, да. Да, чисто через комп. Ручной настройки нету. Чтоб типа, ну там два режима, знаешь, там некоторые делают. Здесь можно сделать это даже просто через кнопку. А, через кнопку. Все прошивается в мозгах точно так же. Это даже лучше, чем через этот. Чем через буст-контроллер. Контроллер, потому что буст-контроллер с мозгом никак не связан. Угу. Просто краном управляешь, как говорится. Угу. Буст, пропуск через соленоид. А тут можно настроить городской режим. А сейчас 95-й, под 95-й. А, даже под 98-й. Настроено под 98-й, но ездим на 100-м. А, можно даже... настроить, то есть несколько режимов, там 3 режима легко, под разный бензин, ну и разные там. Ну, то есть в горах живешь, да, или здесь. То есть тебе просто это не нужно, а так-то, ну, если, да, заморочиться, то реализовать легко получается. Лоурайдер для деда, да, круто, что понравилось. Я тоже угорал, честно говоря, мы угорали даже, я не сколько с самого видоса угорал, сколько, когда мы снимали, вот мы там угорели, конечно. Все дрифтят, кто все дрифтят, я не понял. Хозяину респект, что построил такое авто, тебе еще респект, высказали. Если есть еще какие-то вопросы, давайте
Изрыгайте. Всякие, можно с всякими масками вещать. Но нахер мы не будем. Мы же не эти, не няшные какие-нибудь блогерши. Мы серьезные блогеры. Да, кстати, я не сказал, это вообще как бы не Екатеринбург, это Новосибирск. Для тех, кто думает, что это Екатеринбург, нет. Кто-то один остался, смотрит. Кто ты один, кто ты, отзовись. Просто еще время немного внеурочное. Если в Новосибирске сейчас получается 4 часа, и, в общем-то, народ заканчивает работать, то, соответственно, Москва, Екатеринбург и все туда ближе к Европе, то понятно, что все сейчас на работах. Но посмотрите потом и раздуете. Так, ну, в общем, ладно, мы сейчас, наверное... Я буду снимать как-то так. Оп. Дороги Новосибирска. Что можешь сказать про дороги Новосибирска? Только в центре. Только в центре. Куда не ездить. Да. Ну, в общем-то, наверное, как и везде, во многих городах дороги только в центре. В Ёбурге тоже, но более-менее там сейчас пытаются что-то сделать. Клиренс вообще какой у тебя? Ты не измерял? Не измерял. Ну, так, но примерно. Где-то сейчас поднял, так сказать, мои 4 пальца. 4 пальца. Да, было самый минимум 2,5. Но это жесть. Да, это жесть. Невозможно ездить, да. Ну, а так вообще, если не вдавливать, то вообще такой, в принципе, комфортный daily карта получается, да, достаточно плавный. Руль тяжеловатый из-за рейки, но, в принципе, рейка. А что с рейкой? Ну, рейка тоже от Эвика, она... А, Эва рейка? Да, один оборот в одну сторону, один в другую. А, она как укороченная? Да. Понятно. Ну, вообще, наверное, по динамике, наверное, очень схоже с Evolution. Ну, да. В целом. Только что. Может потяжелее. Быть, потяжелее, да, чуть-чуть. Но тоже, наверное, не намного. Это же все-таки кроссовер, не джип полноценный. Ну, почти 1,6 на весь, 560 завода, но... Сколько завода? 1,560. А, 1 тонна. 560. Вот, топнули. Немножко чиркает сзади, но так в целом очень бодро едет. Катаешься ли ты с кем-нибудь или чисто для души? Ну, я думаю, что ты драг-заезда не делаешь. Ну, делал раньше, сейчас практически нет. Один раз в этом году заехал, просто чисто время замерить. Тут квотер, да, вот этот, ну, ты узнал? Да. Кто? А, это Nissan, по-моему, да? Ну и, в принципе, выхлоп не шумный, надо отметить. Так, ну, нормально, по мозгам не бьет. Ну, многие говорят, что наоборот невозможно. Ну, это неженки, и мы-то стенсеры, мы уже как бы это повидали. Так, ну вот, смотрите, переезжаем. Оп-оп-оп, железнодорожные пути, нормально. Но они, опа! Вдавливает, реально вдавливает, особенно когда не ожидаешь. Так, хорошо едет, бодро. Это мы 120 сделали. А, как надо, сейчас правильно, 120, а 12, 12. 120 нельзя говорить. Ну, вообще все говорят, там 20, да, там 21. Когда топят. В общем, особо-то потопать и негде на самом-то деле, да? Ну да, все. Получается, что? Машин много. Тут колея, тут машины. Колея, все вы знаете, что это. Боль стенсерская. Так что, что, я не знаю, ребята. В общем, ставим лайки, подписываемся на канал. На Инстаграм. Подписываемся на владельца автомобиля. Я вам показывал там
Инстаграм, ну и вообще зайдите ко мне в профиль, там последний пост как раз про AirTrack и отмечен владелец. Так что все, что, я с вами прощаюсь. А, только я прощаюсь, и вы начинаете задавать вопросы, кто-то обязательно задаст вопрос. По ближайшим глобальным планам, глобальных, наверное, нету. Да, мы озвучивали, что поменять пластик по салону, обновить, который покоцанный такой, ну вот, например, вот здесь вот. Ну, двери там сзади. Крышечка, бардачка, двери, вот такие какие-то нюансы поправить. И что-то еще я запомнил. Прибраться под капотом и, может быть, по багажнику, да, что-то там сообразить. Решать багажником. Все говорят, давай пневму. Посмотрим. А, да, кстати, вечный холивар, пневмо или винты, как бы ты чё, как? Да, мне в принципе не принципиально. И то, да? Да, и то. Ты за стиль, как бы. Да, здесь главное, чтобы было все это стильненько. Да. Хорошо, не важно. Если удобно, то значит, да, что если удобно, то можно, неважно, на чем ты катаешь. Главное, чтобы тебе было заебись, а то, что там говорят, что статика, только статика и ничего кроме статики, ну как бы хз, каждого он свое. Привязки к стенсу, ну ты говорил, Леха, про резину, возможно, там немножечко с резиной поиграться, да, там, но в будущем, ну, может быть, да. Типа там пошире поставить, может быть, диски какие-нибудь другие поставим, может, какой-нибудь оригинал, может быть, ну, какие-то тоже оригинальные диски, да. Ну и сами вы знаете, замена дисков — это такое, во-первых, мероприятие в плане выбора дисков, а второе мероприятие, если уже речь идет об оригинале, тем более тут уже сразу понятно, что это что-то широкое и большое, а когда мы об этом, обо всем начинаем говорить, то упираемся куда? Упираемся в бабло, потому что это не меньше типа 80, 90, 100, а то и 100 плюс денег, так что... 11 минус, это что, это по ширине вы имеете в виду? Одни и те же колеса, ну да. 12 можно уже рассматривать ширину, наверное, колес. Может быть, да. Но это дорого, в общем. Очень дорого. Все очень дорого нынче. Но обычно никого это не останавливает. Все, завершаем. Всем счастливо. Спасибо, что смотрели. Еще раз повторюсь, что я сохраню этот прямой эфир, его можно будет посмотреть позже, кто вновь подключился или кто не смотрел нас в онлайн. Так что все, всем счастливо, спасибо, что были. Леха, соответственно, всем говорит респект, спасибо, что это тире, понятно. Все, пока.